Вечерку, наше гуляние, фольклорное объединение Folk Talk приветствует вас в этих стенах Музея истории Екатеринбурга. Мы вас поздравляем, во-первых, с Рождеством прошедшим и с наступающими праздниками, и со Старым Новым Годом, и с Крещением. И сегодня у нас будет, соответственно, гуляние, которое посвящено святочным традициям. Мы, естественно, будем плясать, будем петь, как это всегда мы делаем, танцевать, играть в игры, но все-таки мы уделим какое-то время настоящим нашим старинным русским святочным традициям. Поиграем, может быть, в какие-то игры, покажем вертепное представление и, конечно, попоем колядки и Христославия. Прошу приготовить сразу же, чтобы что у вас вообще есть ценного. Приготовьте что-нибудь ценное. Это будет в нашей традиции святочной. И мы, в общем-то, я хотел, знаете, пару слов сказать, что по идее, зачем бы нам эти традиции и сохранять? У нас, в принципе, есть и сейчас шоу-бизнес, есть кино на 100 миллионов долларов бюджетом, есть игровая индустрия. А это все камерные какие-то традиции, и вроде бы, может быть, и забыть бы нам их. Но я думаю, что никакой шоу-бизнес, никакие бюджетные там фильмы многомиллионные, они не заменят вот этого атмосферы камерной, личного общения, когда люди видят, слышат вживую друг друга. И сегодня вы попали именно на такое мероприятие. И будем продолжать наши традиции. Бурные аплодисменты. И мы начнем именно с такой традиционной части. Попоем сейчас колядки и покажем вам вертепное представление. Коляда, Коляда, пришла Коляда накануне Рождества. Коляда, Коляда, выходили искали Коляду святую. Коляда, Коляда, нашли Коляду у Петра на дворе. Коляда, Коляда, Петро Старбор на семи лёдла. Коляда, Коляда, во втором терему
радостно солнышком зашло, да Коледа, Коледа, как по третьем терему часы звездочки зашли, Коледа, Коледа, часы звездочки зашли, а малые дедушки пошли, Коледа, Коледа, кто хлеба не даст, тому рожку дали у колодец, дали у колодец, Коледа, Коледа, а кто хлеба даст, тому рожку рожай у колодец, дали у молодец, Коледа, Коледа, мне же в поле то приросли, на дне то примолотки, на столе то рынья, это что значит? Это значит, наши коледорщики юные сейчас придут. А, все, давайте, ну-ка, дарите, дарите подарки. Идите смелее, да, сумки свои доставайте сейчас вас. Вы корову сорока. Если хотите, чтобы... Так, ребята, ну-ка, давайте всех, всех, всех обходи, всех. Настя. Подавайте скорее, не морозь, не велей. Ой, мороз, мороз, не вели долго стоять, без денег подавать, без наличный расчет, без денег. Если хотите, чтобы год был счастливым, удачным, то давайте побольше, побольше всего доставайте. Добрый день, друзья. Вот бежите, оформлять будете в ходе. Дети полгода учились, трогали. Надо их подкрепить. Впереди еще две четверти. Помогите, пожалуйста. Только на конфетах и вышиваем. Нервную систему восстанавливать надо. Вертеп. Это, ну, чему у нас посвящено Рождество?
учения Иисуса Христа. Да? И вот эти все сюжеты из Евангелия, они все воспроизводились в таком народном стиле. Так ли, Веркеф? Мы сейчас вам его покажем. Дева дней с присущественного рождая, и земля вертеп неприступному приносит. Царь, по Христу, Сударь.
Где Христос родился, там звезда явися, звезда грянет чудно с востока до полудня. Приходили к младенцу персидские цари, приносили ему честные дары. Те честные дары — злато, ливан и смирну. Говорил им Христос, Бог-младенец, мне недороги ваши дары, а мне дороги ваши души. Я буду Бог над богами, я буду царь над царями. Они приняли от него заветные венцы, ангел им являет, на путь наставляет. Идите иным путем, Ироду не ходите, Ирод смущает, волхвов созывает, младенцев избивает. Шедшие три цари, по свои страны, Христа славословя, чая в небе выйти, на пошлю свои воины в страны Вифлеемские избить младенцев, сущих первенцев. Воины мои, воины вооруженные, станьте передо мной. А что, царь, призываешь, что творить повелеваешь? Пойдите в страны Вифлеемские, избейте всех младенцев, сущих первенцев. О, грозный царь Ирод, ходили мы в страны Вифлеемские, избивали всех младенцев, сущих первенцев. Одна баба Рахиль не дает своего чада убить, а хочет идти к вашей милости просить. Кто она такова? Привести сюда! Идем и приведем. Не плачь, Рахиля.
чада у царя небесного на ручках. Маленькое чадо в рае будет рада. О, Ироде, за твоя превеликие злости придет гибель дьябель и поберет душу смерть твоя. А злу не причастен, народ мне подвластен. Царство царствую, равного себе не знаю. Поминуй, поминуй, на том свете бездна будешь пытать. Азми есть Малахиня, сильнейший воин всему свету, пани, где я пребываю с косою своею, там все цари и князи под властью моею. Он на тебе, Ирод, грешите, на всем свете жите, пора тебе, Ирод, смерти просите. Ах, смерть моя мати! Не хочу с тобой добровольно поступать, а хочу воевать, дабы неповинное царство узнать. Не хочешь добровольно поступать, а хочешь воевать, полно тебе на свете жить, пора баться нить. О, смерти моя мати, дай мне хоть год жизни. Не дам ни месяцу. О, смерти моя мати, дай мне хоть денек жизни. Ни дня. О, смерти моя мати, дай мне хоть часу жизни. Ни секунды, поди твоя голова с плеч. Торжествуйте, веселитесь, люди добрые со мной. Друзья, подпевайте, кто знает. Есть много людей, которые знают. Сейчас мы споем. Да. Колядку. На святом месте пустыня стояла. На святом месте пустыня стояла, радуйся, ой, радуйся, небо, разгорися, земля, Сын Божий народился. Как на той пустыне пристала стояла, радуйся, ой, радуйся, небо, разгорися, земля.
святитель, Рождество Христово, радуйся. Ой, радуйся, небо, просветися, земля, Сын Божий народился, как второй святитель, Василий Великий, радуйся. Ой, радуйся, небо, просветися, земля, Сын Божий народился, как третий святитель, Иоанн Креститель, радуйся. Ой, радуйся, небо, просветися, земля, Сын Божий народился. Святил Господь воду для всего народу, радуйся. Поздравляем с Рождеством и со всеми настоящими будущими праздниками. Ну что, давайте мы уже к такой более традиционной части приступим. Я предлагаю вам сейчас нам помочь стулья убрать по стеночкам, и мы уже потанцуем, попляшем и попоем.